И когда вот поднялся огромный шум, я обратился тут же к жителям Москвы: ребята, помогите, к прессе. И я не ожидал, я не думал, что страна, оказывается, меня так любит. Можно сказать, встала вся страна на защиту. И они поняли, что у них ничего не пройдет. It's very good. It's I thought it's very nice. I've seen it once before, 7 or 8 years ago, and it seems even better today. It's different than it was, and the kids enjoy it. A couple of kids here, so it's very nice. Ну я считаю, что это неправильно. Как бы законное место, все знают, что театр находится на этом месте. Это меня удивило, честно говоря. А как вы думаете, в чем причина? Наверное, дорогая аренда или какие-то другие материалы, или здание кому-то понадобилось, как обычно. Дело в том, что наша главная задача – это нести, чтобы со сцены была энергия добра. И у нас это получается, потому что кошки по-другому невозможно. Агрессию они не воспринимают и тут же отвечают на агрессию агрессией мгновенно. Обмануть их невозможно, если ты злой человек, ты никогда, она не подойдет к тебе, ты ее не погладишь. Поэтому вот так все идет очень хорошо. Если на моем представлении человек улыбнулся, потом вышел из театра, он улыбается, и пришел домой, когда засыпает, улыбнулся, я считаю, цель моей жизни я осуществил, я сделал большое дело. Я подарил человеку улыбку.